Дорогие друзья, всем добрый день. Сегодня у нас март, весна, Москва. Мы собрались на Воробьевых горах, рядом с известным МГУ, для того, чтобы вручить подарок Евгению, подарок за лотерею, в которой участвовал от компании Solar Group, компании Sovelmash. Это наш главный приз, мы немного затянули, но решили все равно сделать это официально. Поэтому, Евгений, я вас поздравляю. Давайте мы с вами сейчас снимем небольшое интервью о том, как все происходило. Давайте. Представьтесь, откуда вы? Меня зовут Евгений Мешков, я из Тольятти. Вообще я родился в Уфе. Уфе, привет. С 14 лет у меня уже идет трудовой стаж. Сейчас в этом году мне исполняется 45 лет. И 31 год у меня практически трудового стажа. Я на заводах, я выучился на инженера, с обычного рабочего. Все это перед моими глазами происходило. И все эти производственные процессы я знаю наизусть. И все эти инженерные, технологические дела, ну, это наше все. Расскажите про знакомство с проектом, с Дмитрием Александровичем, то, что вот поделился ты, что в Зеленограде встречались. Про проект я узнал с самого начала, с 2017 года. Кстати, у меня день рождения 24 июня, и 24 июня 2017 года была первая конференция вообще. Вот это да. Но в списке Excel я попал еще практически на нулевом этапе, еще не было личных кабинетов, и я уже начал инвестировать. Я взял первый пакет, рассрочку, $50 уже внес, и была там моя фамилия. Рядом с тем человеком, который 1 000 000 рублей внес. Да. Я не помню его фамилию, но для меня это было вообще такое впечатление. Возможно, наши зрители текущие не знают, но наш проект начинался, вот такие люди, как Евгений, переводили первые деньги, ну, мне физически, на карточку Сбербанка. Да. Так что вот, с тех пор, получается, 7 лет уже прошло, да? Хотел спросить, где вы находились, в какой момент узнали о том, что вы стали победителем? В тот момент я был дома, я пришел с работы, у меня был напряженный рабочий день, я прям выложился. У меня были такие, ну, грустные мысли. Я вообще рассчитывал в первом раунде победить, но у меня не получилось. И я никак не ожидал, что в каких-то еще раундах я что-то выиграю. Я вложился много и немножко по финансам просел. Начал работать, зарабатывать, тянуть это все. И у меня такое немножко было. Я был уставший. И у меня были еще рассрочки. В общем, звонок из Solar Group. И я такой думаю, ну, сейчас будут меня спрашивать, когда вы там будете рассрочки. Дебиторку собирайте. Вы выиграли электромобиль. Сердце вот так вот заплашмасило, руки затряслись. Я только слышал, там говорит, можете в Zoom выйти, там сейчас конференция. А я вообще отключился от этой темы. Я знал, что вот будет розыгрыш в прямом эфире, но не следил за этим вообще. То есть вам позвонили прямо из прямого эфира, и у вас все? На телефон. Причем несколько пропущенных же было, и смотрю московский номер там. Вот это Какие планы на подарок, на приз на этот? Что вы ездить на нем будете, продадите, подарите? Я обязательно на нем поезжу. Это мой первый электромобиль. Я уверен, что не последний. Благодаря инвестициям, благодаря тому, что все выстрелит, я уверен. Сейчас, на данный момент, мы уже распланировали все это, уложилось в финансовый план наш. И я решил все это конвертировать в долгосрочной перспективе, чтобы это было приятное воспоминание и действительно серьезное вложение. Мы уже все это пересчитали на деньги, и мы, благодаря вот этому выигрышу, переезжаем в свой дом. О, поздравляю. У нас будет двухэтажный европейский дуплекс за городом.
Александр Сударь рассказывал, я понял, что здесь спланирован, спроектирован каждый квадратный метр, и с каждого квадратного метра здесь будет получена прибыль, получена его эффективность, и по тем масштабам, по тем задумкам этого проекта этого будет даже мало. И то, что хотят на будущее строить еще спецэлмаш, и даже этого будет еще мало. То есть у нас огромные перспективы. Участникам проекта я желаю, ну, во-первых, я был очень благодарен каждому за каждый доллар, за каждый рубль инвестиций, за веру, за надежду. Я с самого начала и представляю вот это жить в ожидании позитивного, жить вот с этой надеждой на финансовое благополучие, это вообще это здорово. Это совсем по-другому, чем жить, когда у тебя нет надежды и не знаешь, откуда вообще это взять. Поэтому я рад за вас, что вы в такой большой команде. Но это наша миссия на самом деле, делать этот мир лучше.